Я, старший по дому, Гуров Евгений Юрьевич, заявляю то, что наш УК Советского района ничего не хочет делать. У нас опять подвал затоплен. Подвал в плохом состоянии, ремонтировать не хотят. Это вот наш подвал. Это у вас тут такая Венеция постоянно? Да, да, раз в неделю, стабильно. А поддончик кто притащил? Жители. Жители сами, да? Да. Вот сейчас буду вызывать аварийку. Не факт, что они приедут. У нас опять подвал топлен. Топится? Да. Канализация? Канализация. Ну, ты заявочку сделай, пожалуйста, официально, хорошо? Хорошо. Давай, тогда хорошо сделаем. Вот так вот работают. Нет бы им сказать, ребят, мы сейчас приедем, а они не хотят. Любое затопление, мы постоянно страдаем. У меня, получается, взрывается вот этот светильник, прям первый. Вот, потом у меня взрывается вот этот светильник. Прям взрывается, да. Опалено. Это было буквально 2:30 ночи, то есть 2:30 я проснулась именно от взрыва. Я испугалась. Было буквально вот, может, неделю назад. То есть две лампочки остались целые. Остальные я испугалась, что кондиционер тоже сгорел. Потому что кондиционер у нас без розетки, он, соответственно, от света. То есть свет моргнул, кондиционер сам включился, выключился. А потом у меня полдня вот так вот включается, выключается. Свет взорвался, у меня стиралась машинка стиральная. В тот момент, когда вот у меня сгорело. Это в сентябре было? Да, 27 сентября. У нас уже без света сутки были. 26 сентября у нас все сгорело. Вот я, кстати, оставила. Вот такие у нас тоже были эти. По поводу того, чтобы нам акт выписал управляющая компания нашего Советского района, многоуважаемая, к которой мы однократно обращаемся уже. Неоднократно, вернее. Никто ничего делать не хочет. Такая ситуация же не только у вас. Не только у нас много жильцов, и получается, как бы у нас не только по нашему, по левому крылу, где-то дошло даже по правому крылу, то есть частично где-то вот так вот у людей погорела техника. При этом у меня, я не думала, что такое произойдет, у меня в квартире проводка полностью здесь вся новая. У нас аварийку мы ждали-ждали, сначала не приехал, потом она приехала, зашла и сказала, ну, ребят, ну, у вас в подвале по колено, как бы уж даже не по пояс, мы тут не полезем, нас током убьет там сразу. То есть их током убьет, а мы как бы весь дом страдай. Так это не наша проблема, если бы мы с нами там сливали то всякую хрень, извините за выражение. Но это же не мы виноваты. Сколько у вас всего таких пострадавших? Честно, мы не подсчитали, потому что как бы, ну вот, мы писали заявление, у нас человек один из дома возил вот такие вот заявления, которые прошу как бы составить акт о том, что у нас был перепад электроэнергии. То есть именно вот в моей квартире, то есть вот адрес, вот все указано, номер телефона. До сегодняшнего дня с ним никто не связался. Света у нас вообще тут, сколько я живу. Изначально мы еще, вот с 12 лет, мы раньше когда еще брали лампочки, вкручивали. Вот у нас, в принципе, света нет нигде. У нас вот такое вот красивое все просто. Провода в таком состоянии все висят. Вот получается у нас первый патрон, который постоянно мы вкручиваем лампочки. Хватает лампочку буквально на 10 минут. Это минимум, максимум на сутки. У нас свет единственный нормальный, только вот здесь вот, который сделали. И все, тоже провода вот тут все обрезаны. Не это кто вам сделал? А это жители, получается, нашего дома сделали. То есть сами жители? Да, да, сами жители. УК наша шевелиться не хочет, поэтому... Что нам теперь делать, как нам дальше жить, неизвестно.